Вот эта скорость. Вот она сейчас крутанула там. Так, ну думаю, надо брать. Так хорошо прям крутит. Достаточно уже вымотало. Он, видите, продолжает крутить. Прям в руке у меня. Я держу, она крутит, уходит куда-то. Всем привет! 9 декабря. Сегодня рыбалка на жерлице. Я снова в щучьих местах. Снова на мелководье пришел, так как, ну, здесь были сработки. Я снова сюда захотел попасть, чтобы потаскать на мелководье какого-то монстра. Пока самый большой здесь на 3200 попался. Но я думаю, если здесь порыбачить, почаще поприезжать, можно и более крупный экземпляр увидеть. Посмотрим, в общем, что получится. Сегодня такие потяжелее условия. Потому что ветер есть такой холодный, и температура где-то около минус 12 градусов. Если бы ветра не было, нормально было бы, но вот с ветром руки быстро замерзают. Посмотрим, как буду рыбачить. Вчера, кстати, 8 декабря я тоже приезжал. Ну что я вам рассказываю? Вы посмотрите видео, а я пока пойду половлю живца. Всем приятного просмотра. Всем привет. Сегодня снова рыбалка на жерлице. Выбрался на вечерний клев, приехал уже прямо на самом закате, расставил быстренько несколько жерлиц, быстренько окуней наловил и поставил. Жерлицу поставил, ушел за окунем, чтобы окуня половить еще живца. Слышу, колокольчик у меня через какое-то время, вот смотрите, видите, крутит.
он забирает. Пыталась сейчас бороду накинуть. Что-то там есть, потому что стоит, потом раз, начинает тянуть. Немножко продвигается. Так, сейчас багорик приготовлю. Попробуем. Вот леска уходит, сейчас вот начнет крутить, скорее всего. Сегодня какие-то крупные окуни попадаются. Я поставил здесь крупного, поэтому сильно не спешу, пускай заглотит хорошо. Пусть еще постоит, жалится. Ага, вот сейчас леска уходит, вот. Сейчас начнет крутить, видите? Осторожно, осторожно прям забирает она. Вот. Торопиться не буду, пусть хорошо заглотит лучше. Обычно, ну, такие нормальные окуни попадаются, там, вот такие вот сантиметров по 6, по 7, там, допустим, вот видите, дергает. А сегодня прям вот такие крупные попадаются вообще, ну, когда не надо, вообще крупные. Снова крутит. А, вот эта скорость. Вот она сейчас крутанула там. Так, ну думаю, надо брать. Так хорошо прям крутит. Думаю, надо брать такую. Достаточно уже вымотала. Он, видите, продолжает крутить. Прям в руке у меня. Я держу, она крутит, уходит куда-то. Так, ну что, хватит, наверное, тебе зубастая? Покрутила и хватит. Есть там она. Идет с нагрузкой, вот не знаю, выйдет, нет. На меня пошла. На меня идет. На меня прям пошла хорошо. Сейчас упирается. Да, хорошая щука. Вот она есть, ребята. Хорошая. Хороший экземпляр на крупного окуня. Тихо, тихо, зубастая. Так, ну что, я не зря ждал. Сейчас попробую живца спасти, потому что у меня живцов мало. Давай, давай, быстрей. Классно, вытащил все-таки. Хорошо то, что не стал торопиться. Сейчас надо ее взять, да и что это, ё-моё. Вот такая вот здоровенная щука. Вот она, друзья, есть. Отлично. Не зря заехал. Думаю, ехать, не ехать на рыбалку. Там мало времени осталось. Всего пару часов до заката. Думаю, успею, не успею. Так. И прямо у нее крючок прям видно. То, что недалеко прям. Неглубоко заглотила.
Вот он, двойник. У самой глотки был двойник, но не прям в глотке. Вот такая вот зубастая порадовала меня поклевка сегодня. Вот он, друзья. За 2 килограмма. Вот такой хороший экземпляр. Вообще отличный. Весы там у меня в санях. Сейчас пойду. Саня там оставил с собой. Не стал брать, чтобы не шуметь. Сейчас эту жерлицу переставлю и пойду взвешу ее. Так. Сейчас посмотрим, что здесь с окунем вообще произошло. Сегодня такой морозный день. Температура около минус 20 градусов. Так, этот живец уже какой-то подбитый уже, который я вытащил. Сейчас более свежего поставлю сразу. Вот такого бойкого. Вот так вот через жабру. Минус 20, руки моментально замерзают. Без перчаток. Сейчас еще намочил руки немного и вообще атас, короче. Сейчас, ладно, быстренько переставлюсь, перчатки одену. Намотал вот какие-то растения водные, пока шла до меня. Сейчас я поклевку определил только с помощью колокольчика. Сидел, потому что далеко от жерлицы, метров 50, наверное. И только по звуку колокольчика смог определить то, что рыба есть. Вот так вот. Глубина совсем маленькая, вот такая вот сейчас живец в воде. Вот. Буквально полметра глубина. То есть под самым льдом стоит сейчас лед сантиметров 10. Ну, максимум 15. И живец висит от жерлицы где-то на полметра, на 50 сантиметров. Получается, от льда сантиметров 25-30 находится. Вот поклевка происходит, видите? Весы у меня вот. В общем, щука 2 килограмма 400 грамм. Очень хороший экземпляр. Вот она. 2,400. Ну, я даже не думал, то, что она. Я думал, где-то килограмма 2 будет она. 2,5 почти. Ну, она такая упитанная. Вот она, видите, такая полная. По ходу дела там икринная она. Колокольчики звенят. Я там живых бойких окуней поставил, и колокольчики звенят. Но это хорошо, это говорит о том, что живец играет. Сейчас надо, чтобы он в это время играл. Сейчас как раз солнце зашло, сейчас сумерки. Сейчас вот более-менее такая щука должна активная быть. И очень хорошо то, что сейчас живцы играют. Может, даже звенит от того, что щука подошла и живец дергается. Так, ну ладно, посмотрим. Если повезет, еще удастся поймать. Отличный экземпляр такой. Сегодня вот, как видите, сейчас покажу полнолуние. Вот видите, луна. Вот она. И это уже
это уже третий или четвертый день, когда луна вот так вот светит. И щука активна вот в этом месте, где я рыбачу. Значит, в полнолуние, ну, этот, погода ясная, морозная, и в полнолуние ей нравится активничать, получается. Вот так вот. Да, луна сегодня такая вот. Светло будет ночью. Можно даже без фонарика будет ходить здесь. Я уже на водоеме один остался. Ни одного рыбака нет, ни души. Вообще никого нет. Один останусь на водоеме, буду рыбачить. Надеюсь, какие-то волки не придут за мной. Ну ладно, я шучу, у нас волков нет вроде. Ну, бывают слухи, там говорят, то, что волки есть. Я не знаю, это, мне кажется, это фейк. Я ни разу не видел. Лис видел, зайцев видел, но вот волков не видел. Ну, они этот... Людей, я думаю, боятся, тем более я с фонариком хожу, когда темно. Думаю, разбегутся. Так, ладно, пойду попробую еще окуня половить. Пока окуня буду ловить, может, еще сработка будет какая-то. Девятое декабря. Вот в первой лунке удалось окуня поймать через несколько проводок. Ну такой уже получше окунь такой. Для жарец лучше такой будет. Не везде окунь есть. Поэтому сразу вот вдоль кустов сделал несколько лунок. Через каждый примерно 5 метров, и сейчас буду вот так вот вдоль кустов идти и облавливать. На мормышку ловлю, вот на такую, на дробинку. Дробинка и там красная бусинка маленькая. Я пока там окуней ловил, удалось поймать несколько штук живцов. Потом пойду, думаю, посмотрю жерлицы. И, ну, вот с этими пойманными живцами тоже пару жерлиц поставлю. Прихожу, смотрю, а здесь сработка. Я подошел, она стояла, не крутила. Потом в один момент как закрутила вообще сильно с такой скоростью и остановилась. Сейчас стоит, не двигается. Сейчас посмотрим, щука здесь еще нет. Я сначала думал самострел, но потом, как увидел то, что быстро крутится, понял то, что там щука была. Так, посмотрим. Нет, бросила. Была щука, но бросила. Покрутила немного, протащила вот несколько метров туда, в ту сторону, и бросила почему-то. Так, окунь. Вот видно здесь след от зубов. То есть она в зубах, окунь побывал в зубах щуки, но почему-то не стала она его заглатывать. Так, ладно, переставлю, думаю, снова придет. Хорошо то, что я увидел, то, что она крутила, так подумал бы то, что какая-то холостая самострел там или еще что-то. Но нет, оказывается, зубы есть. Повреждение от зубов на живце. И видел, как крутило. Так, все, отлично. Сейчас глубину
сделаю такую вот, прям под льдом получается. Жрец как стоял, пускай так и стоит. То есть получается, откуда клюнуло, пускай оттуда и клюет. Не буду глубину менять, там низко ставить. Так, сейчас пойду со свежими живцами тоже где-то на такой же небольшой глубине поставлю еще несколько жерлиц. Пора вытаскивать, наверное, достаточно прокрутила уже. Так, здесь заросли кругом, пока идет. О, хорошая щука, ребята, есть. Хорошая. Так, сразу мне живца надо спасти, а то у меня с живцами сегодня проблема. Тихо, тихо, зубастая. Живца вроде спас. Такая хорошая, где-то около 2 килограмм. И там еще одна сработка есть. Сейчас еще одну пойдем проверим. То есть 2 сработочки у нас. Тихо, такая бойкая вообще. Мощная такая. Пытается крутить вокруг себя леску. У них обычно такой инстинктивный инстинкт самосохранения выработанный. Похожий с аллигаторами, с крокодилами, которые вокруг себя вращаются. Но так-то это такой крокодил, да, для нашей местности тоже. Хорошо засеклась не в глотку, а у краю. С края пасти, там, где челюсти смыкаются. Да, плоскогубцы здесь не помешали бы, конечно. Все, уже почти вытащил. Да, есть. Так. Пусть пока здесь живет. Здесь сейчас распутаем. Пойдемте сразу другую проверим, пока там не затащило. Потом это переставлю. Она буквально здесь в нескольких метрах. Так, вон еще одна сработка. Сразу сработала. Ух, здесь леску накидала. Так, здесь пока не крутит, стоит. А там вот крутит-то. Сейчас я вам покажу, вот, которая сработала только что, когда я шел. Сейчас, если ее видно будет. Так, камера что-то не фокусируется. Вот видите, там забирает. Так, ну пусть там покрутит пока. Она только сработала. Сейчас пока эту проверим. Потом ту пойдем смотреть. Здесь леска как-то накидана немного. И в траве был живец. То есть в траву затащила сразу же. Дернула и в траву. Так, ладно, сейчас переставлю. Эту жерлицу быстренько.
буквально она не сильно протащила так. Просто живца схватила, подержала и выплюнула как будто. Пусть стоит, думаю, может еще придет. Сейчас то проверим, там крутит. Так, здесь вот крутила сначала, сейчас вот остановилась. Посмотрим. Так, ну здесь рядом таких кустов нету, чтобы куда-то завела она. Можно чуть подождать, не торопиться. Посмотрим, может выплюнула живца, может стоит просто пережевывает где-то под лункой там. Немного ее почувствовал. Видимо, еще плохо заглотила. Поторопился. Сейчас, конечно, надо было оставить пока. Вот видите, уже в траву завелась. Завела. Успела завести. Так, живец нормальный, живой. Да, с живцом все нормально. Сейчас переставлю. Ох, там у меня флаг вылетел, уже лица, не знаю. Там сработка была или от ветра флаг вылетел. Сейчас еще пойдем посмотрим там. Четыре сработки подряд сейчас получилось. Ой, еще одна сработала. Пятая сработка. Ребята, вот только смотрел, не было флажка. Сейчас голову поднял вот в ту сторону. Смотрю, флажок торчит. Пять сработок одновременно, можно сказать. Здесь живец за лед зацепился. Зараза. Ага, все вот. Здесь, видите, флаг вот. Сработка. Так, ну здесь что-то пока не крутит. О! Ё-моё, я обрыв. Обрыв обрезала. Срезала просто. Срезала. Блин. Даже не ожидал. Видимо, заглотила этот. А здесь что? Вот это рыбалка сегодня, ребята. Ну вот это жерлица только что, которую я вытащил. Вот это да. Просто чуть-чуть сопротивление, чик, сразу срезал. Видимо, заглотила настолько глубоко, то что поводок на зубы попал. Так, посмотрим, здесь есть что-нибудь, нет? Что-то стоит, не крутит. Какая-то натяжка есть. Нет, здесь нету. Здесь. Вот живец на месте. Просто какая-то холостая непонятная сработка. Ну блин, до этого вообще вот поклевка, конечно, была вообще мощная. Сразу обрез. Может там монстр какой-то был.
Поэтому поводки надо подлиннее ставить. Сантиметров 30 хотя бы, наверное, думаю. Минимум. Потому что вот такие случаи, видите, обрезает. Может, какая-то пятерка, даже шестерка, может, даже крупная была. Кто знает. А может, небольшая щука была, ну, как обычная двушка. Может, просто леска на зубы попала, там она. Бывает то, что схватывает живца, проходит, обратно возвращается, и леска попадает на зубы. Может, так обрезала. Теперь уже это останется неизвестным. Так, ну ладно, я жильцы снова оставил без присмотра там. В покое их оставил, чтобы там больно не ходить, не шуметь. Сам пока вот чуть подальше здесь в кустах посижу, поищу живца. А то у меня живец кончился. Щуки всех живцов съели. Ну что, друзья, я уже собрался, в автомобиле сижу. Сейчас немного прогрею двигатель и поеду домой. Вот такая вот интересная сегодня рыбалка получилась, как видели. Было около 5-6 сработок, сейчас уже не помню. Ну, вообще отличная, это активная щука. На лед удалось только одну затащить. Ну, я уже рад, то, что хотя бы поклевки были, а то, что одну затащил на лед, хорошую 2-килограммовую. Я ее взвесил, кстати, она весит 2 килограмма 100 грамм. Хорошая щука, все-таки удалось ее забрать. Очень интересно было, еще раз повторюсь, увидеть ту щуку, которая обрезала поводок сразу же при поклевке. Ну, надеюсь, Посейдон немного будет щедр и снова зацепит эту щуку. Очень приятно будет, если я ее снова поймаю с поводком где-то в пасти. В том году, кстати, так было, у меня одна щука порвала, и я перевязал жерлицу, переставил. То есть щука клюнула и сразу же моментально порвала. Тоже я ее потянул немного, потом я перевязался, переставил, и снова на эту жерлицу она как-то запуталась и снова попалась с моим же поводком, с моим же живцом. В общем, вот такая история в том году была. Так, ну ладно, поеду домой, сейчас надо будет видео смонтировать для вас, там поужинать надо будет, там приготовить. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, было интересно. Всем пока, увидимся на следующей рыбалке, в следующем видео.